Настоящий накал страстей, азарт и заряд на победу. Одинцовские броуки схлестнулись в футбольном бою с командой «Бей-беги» на центральном стадионе в первом туре медиалиги. Этот матч уникальный. На поле вышли сразу два капитана московского «Спартака». Только играть им пришлось друг против друга. Сыграли у нас два футболиста, которые были либо в топ-клубах, либо в сборной. Денис Борисович Глушаков сегодня вышел, капитан чемпионского «Спартака». Никита уже четвертый сезон играет в футбольной медиалиге. К игре готовился основательно. Был на сборах не только в России, но и за ее пределами. У нас были, конечно, выезды. Мы ездили в Минск, в Питер. Сыграли там товарищеские предсезонные игры. Всех обыграли. Потом приехали сюда, здесь готовились. Игра выдалась напряженная, но чем тяжелее борьба на поле, тем громче на трибунах. А броуки доказали – дома и стены помогают. Матч закончился их победой со счетом 1-0. Впрочем, расслабляться победителям рано. Сезон только начался. Мы вкатываемся в сезон, у нас много сил, мы отлично здесь на этом поле тренировались и будем постепенно в концовке доводить все так, чтобы этот кубок медийной футбольной лиги вот сюда приехал в город. Это мечта не только броуков, но и их болельщиков. А значит, им тоже нужно готовиться к сезону, учить кричалки и рисовать плакаты в поддержку любимой команды. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».